Мастер-класс для детей и взрослых. Как из картона сделать персонажа. Берем любой лист картона, размечаем нашего персонажа, вырезаем его по контуру, делаем две прорези для ног. Размечаем и вырезаем ноги. Также можно приделать руки и какой-нибудь предмет. Вырезаем подставку, берем клей ПВА и приклеиваем руки и ноги, чтобы лучше держалось. Спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь.